Здравствуйте, друзья и партнеры. Сегодня, друзья, мы, как всегда, будем рассматривать новый проект. Сейчас, друзья, мы находимся на официальной странице данного проекта, который называется HEX. Я всем рекомендую с ним ознакомиться. Он достаточно информативный. Сразу здесь рекомендую присоединиться к чат-телеграмму данного проекта HEX, а также к социальным сетям. Также вы социальные сети сможете найти в самом низу страницы. Там будут все ссылки на все социальные сети данного проекта HEX, и обязательно следите за новостями. А также у вас есть хорошая возможность именно сейчас до марта 2020 года приобрести данные токены. Поэтому, друзья, не упускайте такой возможности. А сейчас, друзья, давайте начинать знакомство с данным проектом. Поэтому обязательно оставайтесь и досмотрите ролик до конца. HEX – это новый токен ERC-20, который платит держателям вместо майнеров. Он основан на продвинутой теории игр и ставит целью исправить все, что не так было с биткоином. Владельцам токена рекомендуется ставить свои монеты для получения большей награды с течением времени, подобно депозитам на компакт-дисках в мире банковского дела. Чем дольше вы делаете ставку, тем больше награда. HEX — это первый в мире депозитный сертификат с высокой процентной ставкой, позволяющий пользователям ставить свои токены в обмен на проценты. Пользователи могут получать процентные платежи в диапазоне от 4%, если поставлено 99% от общего предложения, до невероятной и огромной выплаты 369%, если поставлен только 1% от общего предложения, выплаченной в виде токенов HEX. Стоит отметить, что денежная стоимость такой выплаты полностью зависит от рыночной стоимости HEX на момент погашения. HEX — это не проект, обещающий повышенную масштабируемость, совместимость боковых цепей или инновации на основе консенсуса. Вместо этого это токен ERC-20, предназначенный для того, чтобы сделать ранних пользователей богатыми. По сути, это многоуровневая маркетинговая криптосхема. Пользователи получают реферальные бонусы, ранние претенденты получают большой кусок пирога. А сейчас, друзья, давайте поговорим о главных преимуществах платформы HEX. HEX создан на платформе Ethereum, поэтому транзакции безопасны, быстрые и дешевые. В отличие от биткоина, HEX код является неизменяемым и открытым исходным кодом, и нет способа изменить смарт-контракт, запрограммированный в самом токене ERC-20. Это внешне проверенный токен, нет ошибок, код надежен. HEX не отвечает ни одному из требований, которые будут объявлены SEC США финансовым продуктом, потому это не может быть запрещено. Биткоин-инфляция идет к майнерам, HEX-инфляция становится интересами тех, кто верит в валюту и сохраняет ее ценность – стейкеров. Низкий уровень инфляции, HEX имеет 3,69%, биткоин 4,16%, Ethereum 13,5%. Небольшая часть льгот по инфляции передается в Origin Wallet и используется для рекламы, маркетинга, регистрации товарных знаков, патента. Таким образом, обращение к HEX заключается в том, что он предлагает ставки. Поскольку HEX является токеном ERC-20, предназначенным для хранения, он обладает ни одной неизменной, надежной и безопасной функциональностью, которую мы все обожаем в отношении биткоина. HEX быстрее, дешевле и безопаснее во многих отношениях, чем биткоин, поэтому что он использует Ethereum в качестве поддержки. HEX блокчейн является неизменным и не зависит от того, за какие узлы голосуют, как в случае с биткоинами. А сейчас, друзья, давайте подведем итог
по проекту HEX. HEX – это свежий токен ERC-20, который выплачивает держателям вместо майнеров. Он базируется на продвинутой теории игр. Проект еще вызвал большой энтузиазм со стороны наиболее широкого общества криптографов. HEX быстрее, дешевле и безопаснее почти во всех отношениях, нежели биткоин, потому что он использует Ethereum в качестве помощи. Поэтому, друзья, однозначно проект интересный. Я всем рекомендую с ним подробно ознакомиться. И, соответственно, у вас именно сейчас есть уникальная возможность приобрести данный токен. Соответственно, данный токен будет продаваться до 22 марта 2020 года. Поэтому, друзья, присоединяйтесь и покупайте данный токен HEX. Я надеюсь, друзья, вам понравился данный короткий видеообзор по проекту HEX. I just wanna be the one you love.